Это наш Мурзик. Да, он слепой. Покажись людям. Ну-ка, покажи свои глазки. Нет, скажи, я кот Баюн. Вот, какие у него глаза. Он ничего не видит, он только слышит. Я его подстригаю, потому что он уже старый. Жил он целый месяц под ванной, и вот он вышел из сумрака. Покажись. Вышел и 3 дня живет на стуле. Вот. Он прислушивается к каждому звуку. Не понимает, что происходит. Такой вот наш Мурзик. А так-то он сибирский кот, по-моему. Но очень уже облезлый к своим 19 годам. Вот. Лапы у него, видите, какие мощные. Вообще, всех таких животных надо смотреть по лапам. Вот. Там все понял, что про него. Мася, похоже, вторую часть решила содрать. Сидит он доверху, уже все убирает. Так, Мурзик, разберись, пожалуйста, с ней. Мурзику не нравится, он любит порядок. Нет, ну она реально все обои обдерет. Она сейчас вверху обдирала, сейчас внизу. Вот от скуки что делаем, а? Да, Мурзик, смотри, они что делают эти дворняшки. Вот что значит дворняшки. Да, да, Мурзик, тебе не нравится, да? Скажи, я люблю, чтобы был порядок. Иди, разберись с ней, пожалуйста. Скажи, вот, молодец. Мурзик сказал, нельзя так делать. Да, Мурзик? Мурзик никогда такую себе не позволял. Он благородных кровей. Хотя и социопат. Я ему выстригла. И хвост обрезала. Все ему обстригло, и хвост. И вот она сидит, как ни в чем не бывало. Да? Мася, ты хорошая? Хвостом такая, шмяк-шмяк, своим сломанным. У нее же хвост в 3 местах сломанный. Такую мы ее и нашли. Ушла. Она не любит, когда ее гладят. Даю им. Дала им корм всем. Всем по разным тарелкам даю. Такой вот им дала сейчас. Ну, это как просто лакомство. Так-то мы их сухим кормом кормим. Ну, этот потому что беззубый, он не может сухой есть. Они под шумок тоже просят. И Мася такая ест отдельно. Все отдельно едят. Вот, Мурзик, ты у себя ешь. Что ты лезешь к ней? А? Нет, он будет из ее тарелки есть. Ладно, ешь уж что-нибудь. Свое не стал, у нее ест. Вместе из одной. Так, Мася почти все съела. А так-то я ему такой даю. Ну, это, конечно, не самый хороший, но потянет. Насыпаем им всегда полную тарелку. Они... Пытается запрыгнуть на ощупь. О, получилось, молодец. Молодец, запрыгнул. А Бася спит со своей игрушкой.
поросенком. Это ее поросенок. Это она проснулась. Отдай, отдай мои нитки, отдай, пожалуйста, нитки. Отдай, отдай нитки.